В рамках благотворительного марафона «Забота рядом», волонтеры акции «Взаимопомощи мы вместе» приступили к доставке бесплатных продуктовых наборов жителям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи. Что входит в набор и кто может его получить, рассказываем далее. Региональные компании из разных сфер деятельности сегодня сплотились для помощи нуждающимся людям. В рамках благотворительного марафона «Забота рядом» первая партия наборов, состоящая из 10 тысяч штук, уже на полпути к своим получателям. Мы закупили однократную продуктовую помощь для людей старше 65 лет с низким уровнем пенсии, а именно меньше 1,5 прожиточных минимумов. На эту категорию жителей у нас как бы уже средства практически есть. Мы закупили первую партию наборов и начали доставку. В Твери наборы распределяют по 150 адресам, а также они отправятся к получателям и в муниципальные образования. Пенсионеры по всей области в ближайшее время получат освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, пшеничную муку, рис, сахарный песок, сгущенное молоко, соль и чай. Но стоит отметить, что этот набор в будущие поставки может быть изменен. Комплектация продуктовых пакетов будет варьироваться по мере присоединения к благотворительному марафону новых партнеров, а также поступления пожертвований от физических лиц. У нас продолжается благотворительный марафон «Забота рядом», потому что мы находимся сейчас в поиске средств и продуктов питания для оказания продуктовой помощи другим категориям жителей, таким как многодетные семьи, родители-одиночки, да, семьи с низким уровнем дохода, да, кому сейчас тяжело и сложно. Мы приглашаем жителей нашего региона поучаствовать, поддержать нашу как бы, работу. В связи с этим организаторы масштабного благотворительного марафона приглашают принять в нем участие всех, кто желает помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особенно нужны волонтеры на личном автотранспорте, которые могли бы выделить несколько часов в день, чтобы доставить продуктовые наборы получателям. Ведь несмотря на то, что уже сейчас к такой нужной и важной акции присоединились уже более 600 волонтеров в Твери и других муниципалитетах, лишним здесь никто не будет. Волонтером на доставке можно стать только с 18 лет. Волонтеры обязательное обучение проходят. Мы выдаем им средства индивидуальной защиты. И к нашему движению уже присоединились и даже корпоративные волонтеры. Напомним, губернатор Игорь Рудени в одном из интервью, посвященном мерам социальной и экономической поддержки в текущей эпидемиологической ситуации, высоко оценил работу тверских волонтеров, которые готовы помочь пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ и выносом мусора. Сегодня, наверное, это тоже очень знаковая ситуация. У нас более 600 волонтеров, это добровольцы, которые работают в системе оказания помощи гражданам, которым эта помощь необходима. О том, как стать волонтером акции «Мы вместе» и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона «Забота рядом», можно узнать по телефону горячей линии 8 800 631 99, а также на сайте «Забота рядом РФ».